Вы видите, друзья, въезд на наш бэк-ярд со стороны улицы. Тут и земличка, и камушки, и какие-то там материалы, стройка идет. А вот уже и сама стройка. Вот вы видите ткань, которая не пустит сорняк, мы надеемся. Вы видите кустики, которые теперь огорожены вот такой деревянной рамочкой. А уже слева от рамочки, значит, мы видим продолжение ткани. А тут сейчас такое, такое. И работа продолжается, так что сейчас все увидим. Значит, вот смотрите. Это раскатали. Вот я по ней хожу. Это раскатали вот эти пластиковые ячеечки такие, которые создают основу для того, чтобы ходить хорошо. Так уверенно по этому делу. Но дальше их засыпают камушками, видите, такая мелкая галечка. И галечкой засыпают не только вот, вот эти ячейки резиновые, а это такая, такой пластик, типа резины. Он мягкий достаточно. Вот. Ну и все остальное тоже. То есть, когда вот вы попадаете на эти камушки, вот я пошел, да, вы не знаете, есть под ними что-то или нет под ними ничего. То есть, вот так чисто внешне разницы никакой нет. Вот. Видите, они уже такие и горшочки принесли с растениями. Ведь они стоят в этих вот красивых вазах. И там проводочки идут. Вот они. Вы видите, вот. Вот пошли провода. Вот они. С орошением. Вот там все это так аккуратненько сделано. Да. Обещают сегодня, в принципе, даже и, может быть, закончить. Ну, посмотрим. Я не знаю. Вот. Как бы вполне понятный процесс. И грабли очень к месту. Смотрите, какие, друзья, американские загребущие. Американские грабли. Вот они. Смотрите, какая ручечка маленькая. Да. Так. Есть такой, знаете, анекдот, как в строительном тресте на собрании. Ну, там обсуждают разные вопросы и говорят, там кто-то хочет, может, сказать чего. Ну, и мужик там руку тянет. И он говорит, сейчас, рабочий, сейчас, скажи, Макарыч. Ну, вот и Макарыч встает и говорит, вот я на грабли смотрю, и говорит, это что ж такое получается? Как что, так хрен собачий, а как хрен собачий, так что? И из зала кричат ему, правильно, Макарыч, не будем больше работать лопатами без черенков. Вот видите, как у нас грабли с черенками. Такая вот жизнь. Посмотрите, друзья, как обиходился наш лимончик. Вот там синенькая штучка, это полив торчит с синей головкой. Вот этот лимончик так укатали основательно, чтобы никто его не погрыз, не обидел. И вот он так естественным образом торчит теперь. Из этого всего разросся. А цветов что-то не было в этом году. Или, может быть, они так намечались. Ну, как-то я... А, нет, есть, есть, есть. Есть, есть, есть цветочки, есть. Вот вы видите, может быть. Вот там есть уже и цветочки тоже. Значит, еще просто не начались. Понятно. То, что у нас-то в Санивейле уже отцветает, а здесь еще не расцвели. Понятно.